11 июня в Рязани стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Под песню «Россия» на площади Победы волонтеры развернули три полотнища, символизирующие государственный флаг нашей страны, а затем запустили в небо красные, синие и белые шары. Поздравить горожан с праздником пришли члены регионального правительства, депутаты Рязанской областной и городской дум, представители администрации города Рязани. Вице-губернатор Сергей Филимонов пожелал собравшимся никогда не забывать свою родину и быть настоящими патриотами России. Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с праздником, который мы будем отмечать завтра, с Днем России, с Днем нашей российской государственности. Не хочется, чтобы в эти дни мы еще раз признались в любви нашей великой родине, нашей великой России, которая имеет многовековую историю, славную историю, которую мы должны с вами продолжать. Символом праздника является триколор. И я надеюсь, что в эти дни мы будем с вами по-настоящему строить планы на будущее и заботиться о том, чтобы наша рязанская земля развивалась и становилась краше. С праздником вас! С Днем Великой России!